был разговор очень такой достаточно приятный. И потом прозвучала такая вещь, цитирую, что принято решение правительства, так сказать, уволить меня, на мое место есть кандидатура. Я вот как бы услышал это, попытался сказать, а что за кандидатура, спросить. Ответа я не услышал, сказали, что пока это нельзя разглашать. Ну, хорошо, мы разошлись. Я пришел в музей, сказал так и так, вот такая ситуация, знаю, что есть петиция, я прочитал комментарии, и благодарен всем, кто участвует в нашей судьбе. Поэтому спасибо всем. Нам кажется, что тут даже не только проблема в снятии, да, Михаила Павловича, мы за работу музея полноценную. Сейчас действительно много проектов. Музей находится на такой творческой, очень высокой позиции. И поэтому, ну, как говорится, коней на переправе не меняют. Если уже и уходит человек, то это должна достойная, конкурентная, способная быть кандидатура. Кандидатуру нам не озвучили, поэтому мы вот, собственно, так и отреагировали очень резко, можно сказать. Заслуг Михаила Павловича никто не отменял. Да, у нас очень изменился музей с его приходом, концепция. Мы сумели этот музей сохранить и перевести его из консервативного русла музея Ленина в музей, в Центр современного искусства. Но, тем не менее, директор – это, прежде всего, эффективная организационно-хозяйственная деятельность. Даже несмотря на то, что это структура музей творческая. Поэтому кураторы могут подбираться творчески и должны быть, да, а директор все-таки должен управлять хозяйственной деятельностью. И я просто не вижу никакого страшного повода в том, чтобы сменить человека. На мой взгляд, Михаил Павлович является профессионалом своего дела и находится именно на своем месте. Мы не один проект провели на площадке КИЦ и абсолютно доволен остался нашим сотрудничеством. И вообще человек знает и болеет своим делом. Верю в то, что Министерство культуры Красноярского края примет все-таки грамотное решение, уважая знаковость личности Михаила Павловича Шубского. Но надо не забывать такую поговорку, что мы уважаем прошлое, но смотрим в будущее. И хотелось бы, чтобы вот эти две составляющие все-таки для такого музея, который прославлен не только в Красноярске, но и в России, чтобы это было. Но я полагаю, что будет все-таки гармоничное решение данного вопроса. Процесс запущен. В пятницу у нас с Михаилом Павловичем состоялась рабочая личная встреча, в ходе которой Михаил Павлович озвучил, что давно готов к уходу. На данный момент мы рассматриваем варианты кандидатур. И бесспорно хотелось бы отметить, что Михаил Павлович Шубский является высоким профессионалом своего дела. Но нужно учитывать, что ему исполнилось уже 65 лет. И обновление кадрового состава является абсолютно нормальным явлением для, в общем-то, мировой музейной практики. Тем не менее, я рассчитываю и надеюсь на то, что Михаил Павлович останется в отрасли, но уже в ином качестве.